Всем привет! Имеются электронные часы. И вот, если вы видите, часы начинают включить время. То показывают, то не показывают. То наполовину показывают. Но это говорит о том, что села батарейка и нужно батарейку менять. Сейчас я покажу, как меняется батарейка в таких часах. В первую очередь берется вот такой вот пинцетик. Или отверточка очковая, или какая-то там тоненькая. Это надо вытащить крышку защитную нижнюю. Вот она. Здесь нету резьбы, нету болтиков, гаечек. Она выкручивается путем выдавливания. Вставляется отверточка и выдавливается крышка. Можно еще пинцетиком попробовать. Вот вставляете. И снимает крышку. Вот что она представляет из себя. Закрывающий элемент. Значит, что у нас тут внутри? Можно увидеть. Батарейка находится, вот видите. Вот она. Такая большая. Чтобы добраться до батарейки, нужно снять пленочку. Вот тут есть пленочка. Вытягиваем ее. Вытаскиваем эту пленочку. И вот что мы имеем. Дальше, вот видите, есть такой зажимчик. Его нужно снять. Тут есть пружинка. И аккуратненько вытянуть батарейку. Вот этот зажимчик нужно пинцетом или иголочкой, или отверточкой поднять. Ну вот мне наконец удалось пинцетом поднять этот зажим. Теперь аккуратненько снимаем батарейку. Иголочка или отверточка. Эту батарейку вытаскиваем. Оп. Батарейка Maxell SR2016. 3 вольта. Нужно заказать в интернет-магазине точно такую же батарейку. Видите, такая тоненькая. Я наконец-то получил по новой почте батарейку. У нас в городе невозможно такие батарейки купить, потому что локдаун, все магазины закрыты. Пришлось заказывать с другой области по новой почте. Батарейка CR2016 Maxell. Распечатываем ее. Значит, плюс должен быть вверху, минус внизу. И вставляем аккуратненько часы. И прижимаем зажимчиком. Дальше вставляем назад клееночку. Тоже вставляется легко и просто. Где пружинка у нас вверх. Клеенка вставлена. И одеваем назад крышку. Так же, как и вынимали, просто прижимаем. Прижали крепко крышку. И смотрим на часы. Часы работают, идут. Осталось только настроить время. И можно смело часами пользоваться дальше. На этом все. Если видео было интересно и понравилось, ставим лайки. Если не понравилось и не помогло, ставим дизлайки. Всего доброго. До свидания.